все гениальное сегодня здесь. Во Дворце культуры губернаторские наградили лучших работников культуры и вручили премию «Браво, маэстро». Торжественную церемонию посвятили Дню работника культуры. Губернатор Алексей Русских наградил лауреатов 15-й областной премии «Браво, маэстро» и поздравил с профессиональным праздником всех, кто трудится в сфере культуры. Спасибо вам за то, что насыщаете жизнь региона новыми событиями, повышаете интерес жителей к музыкальным, театральным, музейным мероприятиям и проектам. За то, что вы бережете и развиваете наши многовековые культуру и традиции. Специальную премию «Маэстро» получил руководитель народного коллектива фольклорного ансамбля «Симбирские беседы» из Новоульяновска Вера Селезнева. Она написала музыку гимна Большого Нагаткина, текст гимна села Степное Анненково и первой создала печатный нотный текст гимна Ульяновской области. Шла я к этому долго. В культуре мой стаж 45 лет. Из них 38 я руковожу фольклорным ансамблем «Симбирские беседы», за работу которой, в котором я, собственно говоря, получаю сегодняшнюю премию. Я благодарна ансамблю, благодарна комиссии, благодарна Ульяновской области за данную награду. Ольгу Скобкину наградили почетным знаком за трудовую доблесть. Путь к награде занял 40 лет, был ярким и радостным. Прошел не в одиночку, а вместе с одаренными учениками. Сегодня многие из них работают в лучших оркестрах нашей страны. Дорога – это заслуги мои и моих учеников. Вот. Для меня эта награда очень значима. Это подтверждение моей работы. Министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова поздравила лауреатов в номинации «Призвание». По ее словам, в культуру приходят по зову сердца и остаются работать в этой сфере навсегда. Сегодня в Ульяновской области все условия для творческих инициатив, безусловно, созданы. И мне очень приятно сегодня сказать слова большой благодарности в адрес губернатора Ульяновской области Алексея Юрьевича Русских за поддержку отрасли культура. Лауреатом в номинации «Призвание» стала Евдокия Кулебникова, руководитель народного коллектива ансамбля «Долголетие» из Сурского района. Премию в молодежной номинации «Престиж» получила Екатерина Федина, режиссер народного коллектива «Цирк на сцене» из Ульяновска. Дипломы лауреатов премии за достижения в сфере культуры, искусства и архивного дела Ульяновской области вручили авторскому коллективу Государственного архива новейшей истории Ульяновской области и главному дирижеру Ульяновского государственного оркестра русских народных инструментов Артему Белову. Подарком для зрителей стало выступление театра песни «Росичи» из Саранска. Валентина Никонова, Марат Мигдеев, Ол Правда ТВ.